скажи, пожалуйста, Матас, вот после первого матча с Наполи, ты ожидал такой игры от итальянского клуба? Да, я ожидал. Результат был хорош, потому что мы забивали один гол. И у нас здесь маленькое, как называется? Преимущество. Да, преимущество, да. И завтра я желаю, что мы будем делать хорошие игры и забивать опять и победу. Твоя задача на левом фланге не дать сыграть игрокам Наполи, да? Да. Мой соперник Калехон, это игрок, который играл в Реал Мадрид. Он очень быстро, сильно, и моя задача особенно ему закрыть. И потом подумать, если есть возможность атаковать. Завтра ожидается полный стадион, 70 тысяч. Дополнительная ответственность или как? Да, это хорошо. Это атмосфера будет хорошая. Думаю, что все болельщики за нас, потому что у нас Украина сейчас, да? Не только Днепр, у нас Украина. И думаю, это поможет. Все, да, ты, это поможет. Ты сам переживаешь, волнуешься или не, или ты спокойно себя чувствуешь? Не, я спокойно чувствую, ничего. Не нервничаешь? Не нервничаю. Скажи, пожалуйста, вот как важно сыграть? Важно сыграть от обороны или же не прижиматься к штрафной, а наоборот контратаковать? Надо смотреть, как будете завтра. Думаю, что надо хорошо обороняться и потом играть в контратаке. Это думаю, что хорошо. Но если мы можем играть тоже с мячом, это... Контроль мяча.